Всем привет, с вами канал «Все для корота». Здравствуйте, дорогие подписчики и гости на канал. У меня была цитрусовая соковыжималка, но потом она что-то сломалась, потому что там шестерни были из пластмассы. Вот. Даже двигатель был из этого. Видите, даже вот у нее зубчатая передача вот такая из пластика. Вот. Но там большая шестерня пластмассовая стерлась. Вот. Я что сделал? То есть двигатель оттуда выдернул. Посмотрел, он состоит из магнита, то есть у него вот эта часть, это магнит, а здесь получается какая-то обмотка. Вот. Когда ее крутишь, выделяется какое-то напряжение или ток, получается. Вот. Я здесь приспособил, я к выводам, здесь есть перемычка, вот. Перемычку оставил и к выводам там 1-3 подпаял диод. Диод у меня D242. Он был с таким конденсатором. Я не стал отпаивать. Сюда еще добавил емкость на 1000 микрофарад. Вот сейчас хочу его попробовать, с какое напряжение он даст. Вот. Но я уже пробовал, как бы он, если крутить его просто так вот, ну ладно, у меня здесь пластырь отлепил пальцы. Так, если крутить его просто так, тоже какое-то вырабатывается напряжение. Вот там на тестере. Ну, неплохо видно. Плохо тестируется. Ну ладно, хрен с ним. То есть, если крутить вот за эту фигню, я уже пробовал, то есть, снимал видео так вот, то есть, крутим, вот напряжение там как бы повышается, вот, вот она. Потому что она даже не уходит из-за того, что конденсатор держит это напряжение. Если была бы лампочка, она как бы, вот, здесь я, вот, 12 вольт я докрутил вручную. Вот только 12 вольт, потому что вся шкала 30 вольт, а там четверка, значит 12. Вот. Что я хочу? Я хочу, знаете, что сделать? Вот, сейчас я убавлю здесь этот зум. Я хочу шуруповерт к нему прикрутить. Попробовать это, какое напряжение будет создавать. О, прикрутил шуруповерт. И будем смотреть, какое напряжение он создаст. Сейчас пока есть там напряжение. Где-то 2,5 вольт деление на 3. Ну, где-то 6 вольт еще. Так, ну-ка. Надо держать его, а то он... Где-то 15 вольт он держит. Вырабатывает 15 вольт. Вот уже 18 вольт он выдал. Но только 18 вольт он, больше он не выдает на больших оборотах, на маленьких он выдает 15 вольт. В принципе, можно использовать, как, ну, можно подзаряжать сотовый телефон, даже рукой если покрутить, он раз 12 вольт выдает какой-то ток, конечно, здесь небольшой, я думаю, не, ну, а диод D242, он 5,5 амперный, то есть 5 ампер он выдает, вот. Ну, напряжение небольшое, я говорю, только это 15 вольт он выдает. Сейчас, видите,
напряжение проседает, так как генератор перестал работать, то есть вот этот магнит в этой обмотке, он не крутится. Вот сейчас он только 9 вольт, он конденсатор держит 9 вольт, остальные как бы разрядились, вот, даже еще спускается. Вот, короче, можно такой применить генератор, поставить какой-нибудь ветряк какой-нибудь и от старого этого шуруповерта взять моторчик какой-нибудь и прикрутить его куда-нибудь. Если он у вас неисправный моторчик, а вот эта вот фигня, она еще в рабочем состоянии, зажать вот этот вот мотор и как бы там лопасти какие-то сделать, ветер будет дуть и вырабатывать будет 12 вольт. Естественно, надо еще поставить не одно полупериодное выпрямитель, а поставить по мостовой схеме двухполупериодный. Тогда будет как бы лучше. Вот уже упало до, ну, на 6 вольт упало. Но я говорю, надо вот так если крутить потихонечку, даже маленько, медленно крутить, напряжение будет увеличиваться. Ну вот, 15 вольт, наверное, гнал. Вот. Обороты небольшие. 15 вольт держит. Ну а большие только 18 вольт. Если вот... Нет, только 15. Ну 18. Ну 15 стабильно. Ну, сюда надо еще стабилитрон поставить, чтобы напряжение было стабилизировалось, чтобы где-то 15 вольт он и держал. Больше не надо, потому что он у него предел где-то 18 вольт, он может этот генератор, так называемый, может создать. Подписывайтесь на мой канал, с вами канал «Все для огорода», жмите на колокольчик. Вот, и если у вас... где-то вы найдете такой как бы соковыжималку цитрусовый, забирайте себе, так как там стоит мотор вот такого генераторного типа, то есть можно его использовать как в виде генератора. Вот. Такие моторы делали для велосипедный генератор, то есть помните, как об колесо крутится такая головка и вырабатывается где-то 6 вольт, вырабатывалось напряжение. Ну, сейчас, видите, просело до 9 вольт. Сейчас вот, потому что ток утечки у этого диода кремниевого, сюда надо поставить диод германиевый, у него ток утечки меньше. Вот такой диод поставить германиевый, D303, 305, 304, вот такие диоды надо ставить вот именно на, если на такой генератор. То есть вместе вот этого диода поставить вот этот, и ток утечки не будет. То есть, видите, ток утечки уже напряжение упало. Ну, здесь как бы еще ничего, ну, за счет еще этого тестера идет разрядка там. Там сопротивление, наверное, какое-то стоит. Ну да, вот это как бы вот и в этой стрелочном там этим. Там, наверное, сопротивление какое-то есть. И через него этот конденсатор постепенно разряжается. Вот. Спасибо за просмотр. Еще раз. Подписываемся. Ставим лайки. На канале более 2000 роликов. Может, что-то вам и понадобится. Есть и как лечить спину, как камни в почках растворять, как геморрой за 6 дней вылечить. Вот что еще есть по антеннам, по разных, да, как делать антенны ДВБТ2 для цифрового телевидения, несколько штук я показывал. Ну, в основном все осаде о огороде, то есть как прививать яблони, груши, а что делать, если груша у вас не
не цветет, не дает плоды, что делать надо. То есть я все там вам рассказал. Если придерживаться, что я там рассказал, то вы можете смело получать богатый урожай груш, яблок и всего остального. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».